Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и тут только самые свежие новости из мира бокса и ММА. На канале выпуски выходят каждый день и без рекламы. Всем приятного просмотра, погнали! Теофимо Лопес уверен, что его ограбили в бою с Джорджем Камбососом. Сразу после объявления результата поединка американец заявил, что победил в бою и все это видели. «Мне без разницы, кто что говорит. Я победил сегодня. В конце концов, я был здесь, я сделал это. Послушайте, я не вижу тут проигравшего. Я принимаю победы, как принимаю поражение. В конце концов, я настоящий чемпион. Я пришел сюда, сделал то, что сделал. Делал лучше, что мог. Нет разницы, кто что говорит. Мы – это переворот. Мы не останавливаемся, мы продолжим идти. Люблю всех, я выиграл этот бой. Я не думаю, что это был близкий бой. Я выиграл 10-2. Инсайдер Майкл Бенсон утверждает, что в контракте на бой Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа не было прописано опции реванша. Таким образом, Лопес не сможет обязать Камбососа сразу дать ему возможность вернуть титулы. Правда, сам Камбосос предложил американцу подраться снова, но на этот раз в Австралии. Авторитетный боксерский портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров легкого веса. На первом месте оказался Василий Ломаченко, на вторую позицию поставили Джорджа Камбососа, третий Теофимо Лопес. Райан Гарсия прокомментировал победу Джорджа Камбососа. «Я вернусь на ринг в поединке с Камбососом. Огромное уважение к Джорджу за это выступление. Честно говоря, он это заслужил. Мне не нравится Лопес». Чемпион WBC Дэвин Хейни прокомментировал победу Джорджа Камбососа. «Надеюсь, теперь все обретает смысл. Теофимо Лопес был мошенником. Поздравляю Камбососа. Заслуженная победа, для которой ты много трудился. Давай проведем бой, на кону которого будут стоять все титулы». Мэнни Пакьяо прокомментировал победу Джорджа Камбососа. «Поздравляю моего друга Джорджа Камбососа с грандиозной победой. Ты помог мне во многих моих прошлых боях. Надеюсь, что сотни раундов наших совместных спаррингов помогли тебе. Горжусь тобой». А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. И подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока.